Народ зелит свой огород, половина сахара, половина конкретный мед. Свежая домашняя фермерская продукция. Все самое лучшее из Самарской области и соседних регионов привозят сельчане на ярмарку. Ассортимент широчайший. Здесь и грибы, и колбасы, и копченая рыба, и ароматный дровяной хлеб. А ваш дровяной вкусный. Ну, запах прям дров. Ходишь и выбираешь все, что угодно. Здесь выбор очень большой, все, что угодно. Я каждый год на ярмарке посещаю и беру то, что мне нужно. Запасаюсь, все очень хорошо. Здесь много всего разного, продукция разная. Все нравится. Ну, я дачник, так что мне больше нравится, наверное, дачные. В смысле, цветы, деревья, кусты. Самарцы запасаются на зиму и знакомятся с деликатесами. На ярмарке представлены как крупные фермерские хозяйства, так и небольшие производства. И, конечно, для пенсионеров, которые хотят реализовать собственно выращенный урожай, есть бесплатные места. Здесь присутствует у нас лаборатория выездная, то есть с соответствующими органами заключен договор между операторами ярмарки. И поэтому по качеству продукции, естественно, мы отвечаем. Вся продукция, которая такая скоропорт будем называть, она вся проходит контроль. В этом году в связи с ремонтом площади Куйбышева сельскохозяйственные ярмарки расположены по четырем адресам. Возле музея Алабина, на улице Физкультурной, возле Дворца спорта, на пересечении Кряжского и Уральского шоссе и в поселке Мехзавод, возле Дома культуры «Октябрь». Работать ярмарки будут вплоть до конца ноября. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.